Итак, мы продолжаем в прямом эфире наш политический роман и предлагаем вашему вниманию опрос, который наша съемочная группа провела на улицах столицы вчера. Пожалуйста. С одной стороны, как бы есть арабские чисто кварталы или районы, в которых нечего делать. С другой стороны, есть старый город, конечно, который делить сегодня, это, как говорится, это просто отдавать его обратно арабам или палестинцам. То, что с таким огромным трудом после 2000 лет, так сказать, евреи получили, наконец-то, эту маленькую стену плача вместо огромного храма. Еще несколько метров. И это тоже нужно будет как-то отдать. В России до сих пор добиваются, чтобы их отдали территории Аляски и отдали американцам и японцам. Вы посмотрите, они им крутят голову уже сколько лет и ничего не отдают. Нельзя отдавать свои земли. Нельзя. Но это невозможно разделить Иерусалим, так как невозможно то еще разделить от... ногу или там руку, или что, оно все вместе целое. Если это мой дом, я имею право его отдавать или не имею права его отдавать. Просто так хочу, чтобы мой был. Если это не мой дом, тогда его надо отдать безоговорочно. То есть тут как бы вопрос, какие мои корни. Если у меня есть права на эту землю вообще, на Иерусалим в частности, значит я здесь. Есть множество проблем, чрезвычайно сложных и глубоких, не поддающихся стремительному и примитивному решению вроде раздела. Представьте себе, что он предлагает отрубить руку для того, чтобы на вас не болело. Я напоминаю о суде Соломона. Та мать, которая предложила разрезать ребенка, не была матерью. Ну, по поводу разрезать ребенка, я не знаю, какую именно часть там предлагали разрезать. Но я должен вам сказать, что тут возникает довольно странная ситуация. Когда задаешь людям вопрос, вы за раздел Иерусалима, все говорят нет. Почти все. Мы не нашли никого, кто говорит за. Но когда говоришь, а вот арабские кварталы, может быть, их отдать? Очень многие говорят да. Шмуэль, подведите итог. У нас осталось совсем немного времени. Как вы считаете, нужно делать? Я думаю, что нужно, прежде всего, решить в принципе, что мы хотим. Мы хотим единый, мощный Иерусалим. Что такое единый? Мощный, единый еврейский Иерусалим. Это то, чего мы хотим, на мой взгляд. Действительно, самая нервная точка – это старый город, безусловно. Я не думаю, что есть какое-то решение этой проблемы между только евреями и арабами. Безусловно, без участия международного сообщества эту проблему не решить. И я еще раз говорю, все попытки, которые предпринимались на протяжении последних 80 лет, ни к чему не привели. Марк. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос Иерусалима невозможно решать без общего регулирования ближневосточного. Я еще раз напоминаю, что муниципальные границы Иерусалима очень много раз менялись. И в принципе, как бы, нет ничего зазорного, чтобы поменять границы Иерусалима так, как нам это выгодно. Потому что, как бы, все эти ссылки там на Марию Алексеевну, они просто смешны и действительно выглядят как жалким лепетом оправдания. Я еще раз говорю о том, что Иерусалим останется единым и неделимым по нашему плану. Весь контроль за всеми святынями остается за Израилем, и Иерусалим будет действительно единым, мощным анклавом и образованием, так сказать, во веки веков прибудет всегда. Спасибо. Юлий. Все попытки ввести экономические аргументы, сказать, вот мы избавимся, мы не будем кому-то платить, они обречены на провал, как мы слышали вот от этого водителя грузовика, неважно, кто правит, но свою рываху, свои деньги я получу. И кроме того, понятно, нам это будет стоить гораздо больше, потому что Касамы и ракеты, которые превратили в Сдерот в разрабальные, это показывает, что будет в Иерусалиме. А последнее, насчет долгосрочного решения, я, может, вас и удивлю, но я согласен с Мазаном. Когда будет ситуация другая, им будет возможность для реального мира, это решит и проблемы Иерусалима, и проблемы израильских арабов, а все попытки чего-то разделить ножницами только отдаляют решение. Шевах. Я замечу несколько вопросов. Значит, не, во-первых, если у нас нет времени. Okay. Значит, если у нас нет права на исторический Восточный Иерусалим, на Масличную гору, на Старый город, у нас нет права на Запад. У нас нет права на Запад, у нас нет права на Израиль. Кроме того, разделять Иерусалим, это совершенно как разделять руку, запущенную в карман, отрезая при этом пальцы. А кроме того, это не даст... А кому того... запущенную в карман? Я не понял. Ну, назовите карман, это, так сказать, Западный Иерусалим, а арабский квартал, это как внутрь вкрапляется. И главное, это не даст того эффекта, поскольку уже сейчас говорят, что арабы Восточного Иерусалима попросят пинуй-пицуй, и мы получим пинуй, всех арабов пицуй, внутри Западного Иерусалима, а вокруг мы получим арабов Рамал. Этот процесс уже спасибо идет. Вы верите в то, что эта проблема будет решена? На нашем веку? Очень трудно. Если будет решена, то в рамках международного урегулирования. И мы доживем до этого? Посмотреть... Доживем или нет? Я думаю, что нет. Ой, как вы меня разочаровали, господа. Я не хочу, нет, я не хочу. Я не хочу заканчивать на этой печальной... Мы увидим все.
Я надеюсь, что все-таки еще на нашем веку, вместе с нашими детьми, может быть, с нашими внуками, но мы увидим решение этой проблемы. Спасибо всем участникам политического романа. Спасибо и вам, уважаемые телезрители. С вами был Роман Полонский. Господа, вы просто...